Стиме, в Стиме, да, Shift-Tab нажимаешь на клавиатурке, тебе приходит приглашение, там кнопочка «Играть» зеленая. Да, 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 да. Нет, надо зайти в Steam тебе, а не в экипажу. Так, проверить надо джойстик, все работает отлично. О, шикарно, Вань, ты зашел. Все, мы, если что, в Дискорде можем мутиться. Подожди, Коль. Подождите меня, подождите что-то меня. Что такое мутиться? А, это значит... Это встречаться с девочкой. Нет, во-первых, вольни ебучку, а во-вторых, Вань, мутиться, это значит, в Дискорде есть под тобой такая кнопочка с наушниками, отключить звук. То есть мы выключаем звук в Дискорде и общаемся в самой игре. Ага, тебе не надо ничего нажимать, тебя слышно в игре. Окей. Окей. Да. Тебе именно в Дискорде нужно замутиться, чтобы как бы два твоих голоса... Ванька! Вань! Ты меня слышишь в игре? Да, я слышу, только кричи. Смотри, Ванька, я танцую! Коль, ты зашел? Я зашел. Саня, Санечка. Тебе. Ты не зашел. Бляш! Давай в попу, давай, Все, мутимся. На нашем шаттле где-то ботл в прошлый раз заныкал. Я как раз взял в наш экипаж пару сладких плюшечек. Не хочешь их... Ну, мне можно все отдать, в принципе. А, ребята, мне... давайте вот без этой фигни, мы команда в первую очередь, правильно? Вань, у тебя все хорошо работает? Вань! Раз, два, три, четыре, пять, меня слышно? Да, все отлично, Вань. Отлично, все, начинаем играть. Я вам предлагаю... Ребята, давайте, наверное, по одному разговаривать. Да, согласен. Давайте по одному, я говорю первый. Итак, всем привет, меня зовут Коля, я родился в городе Кишинев, Республика Молдова. Сейчас мне 23 года, я проживаю спасибо один... Спасибо большое, давайте дальше продолжать. Саша. Всем привет, меня зовут Саша, мы с моим другом Беляшом заныкали в этом ебучем корабле 4 плюхи. Было 5, но мы где-то проебали одну. Вы что несете? Давай, Ваня. Даня, он не знает, ребята, я уже все захавал. Ребята, алло. Ваня, да, слушаю тебя. Давайте тебе я представлюсь. Да. Всем привет, меня зовут Иван Зола, я музыкальный исполнитель, лайкер, тиктокер, твитстример, ютубер и будущий актер. Так что вот такие вот дела. Вань, а можешь сказать, ура, какой Ваня. У тебя телеграм, какие у тебя социальные сети, чтобы люди подписались? А, кстати, напомни про социальные сети. Да. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там модеры, поставьте, пожалуйста, именно его, без шуток, его телеграм-канал. На мой запрещенный грамм, там Иван Зола, нижний подчеркивание, 2077. Девка. И, в принципе, на ВКонтакте еще подписывайтесь. Там девушка, я выкладываю регулярно фотки. Делай погромче Ваню на эскейпе. Так. Так что вот такие вот дела, вроде бы я все упомянул. Спасибо большое, Вань. Все, твой телеграм пропал. Я буду каждые 15 минут. Вань, у Беляша такой вопросик. Ты же хочешь быть самым мощным в этой игре? Главным лидером. Да, хочу. Надо тебе сейчас просто хапануть 3 плюшки. Давай зажигалку. Я хочу! И вообще, что это за слово такое? Да, все, тебе надо, тут по игре голосом, тебе надо вот так сделать. Так. И все, и полетели. Давай вот, голосом. Ну типа, я могу... Не, надо вот так сделать, смотри, вот как я. Сейчас я стану главным, но я тебе отдам, смотри. Они учат Ваню хапать, блядь. Я тебе передаю, на, делай так же. Погоди, ты кашлянул. Не-не-не. Ну так надо так же. Так кашлянуть нужно, это нормально. Ванёк, возьми и хапани просто одну плюху, блядь, и погнали. А, типа просто кашлянуть в микрофон, да? Да. Нет, хапани плюс, смотри на мою камеру. Ты должен взять вот так вот, приспособление. И просто, ну как тебе объяснить, ну хапани просто плюху, братан, я не знаю, как еще объяснять эту хуйню, блядь, тебе. Ты, блядь, ребенок или что? Как будто над картошкой дышишь, вот так. Я думал, вас слышно без наушников. Мы, если что, разговариваем про ангеляцию, у нас Ваня болеет астмой, мы короче, его поддерживаем. Короче, у меня сейчас в данный момент нет бутылки. Братан... Братан, ну ладно, то если нет бутылки, тогда сходи в магаз и хапанем потом. Погнали пока. Мне скинули новый клад. Ну чё, ребят, куда идём? Смотрите. У нас клад, Ваня, я объясняю, у нас на Марсе клад, прикоп 5 сантиметров. Да ты чё несёшь? Всё, ребят, вставайте в лесенку, вот тут вот, просто в линию. Ты умеешь пользоваться терминалом? Да, я всё сейчас делаю, смотрите. Нажать на X, по-моему, на зеленую кнопку, да? Ванечка, подожди, давай я тебе объясню, что нам нужно Вань, делать. Вань, пойдем. Пойдем, вставай вот вдоль этой стеночки, я вам сейчас все буду объяснять. Угу, сейчас. Алло, Данечка, там вебку поменьше просит. А вебку кого?
В принципе. Всех! Хорошо, сейчас, секундочку. Так, ребята, все, я вас понял, делаем поменьше. Так, короче, Беляш, вот эта хуйня меня очень сильно забавляет, зацени. О! Давай, давай! О, делай, делай, дела, делай! Блять, так, все, я лэбочки поменьше сделал. Итак, ребята, я вас приветствую на нашем корабле. Я объясняю, Вань, специально для тебя, смотри, это игра, мы сейчас планету, соответственно, на этой планете нам нужно будет собирать всякие вещи, то есть там безделушки. А это типа игра с открытым миром, да? Ну, не очень открытый мир, у нас будут определенные локации, где нам нужно собирать предметы, будет там винтики, шпунтики, вот все, что лежит на земле, и приносить на корабль, а потом нам нужно будет улететь и продать это все. Так, теперь я скажу, иди встань. Так, и еще вот такая новость, мне только что поступил на наш пейджер вот этот, но новость то, что сегодня самый ценный персонаж из нас всех, это Иван Золо. Ваня, тебе нужно быть сзади нас, нужно аккуратно ходить за нами, быть с тобой, мы тебя должны оберегать, если ты умрешь, то мы получим штраф. А вопрос, у меня джойстик, на какую кнопку брать предметы? Там написано будет, когда к предмету подойдешь. А, окей. Английская А, буква А. Окей, я понял. Вань, только еще очень важно, там на планете, ну, было бы просто легко собирать предметы. Там монстры обитают. Поэтому нам нужно держаться вместе. Ты знаешь, я их не боюсь. Не, это отлично, что ты их не боишься. Просто некоторые монстры, они нападают, когда ты только один, допустим, ходишь. Или там лужица какая-то зеленая, мины тоже присутствуют. Мы с Беляшом не отойдем от Вани, мы поможем Ване основаться на планете. Можно слово? Да. У нас будет побочное задание, я координаты всем скину, там разберемся. Там деревья надо будет найти. Беляш, прикинь, я вот эту хуйню 4 раза ходить, искать, только ночью, правда, может сегодня днем реально найдем. Этот долбоёб говорит, в пачке сигарет лежит. Я говорю, ты чё, еблан, нет там никакой пачки сигарет. Походу, надо будет лопату брать, копать будем. Давай! Вань, пойдем мы тебе выберем костюмчик. Какой тебе цвет нравится? Слушай, мне нравится зеленый. Вот, смотри, тут есть как раз таки green sweet. Как трава, да? И его бери, выбирай. А че вы все зеленый, розовые, да? Нацепили, да. Пацаны? Так, зеленый. Я в зеленом? Нет, тебе нужно зажать эту клавишу. А, понял. Я белый! Ну я зажимаю А. О, я черный костюм взял. Ура! Вот, все, ты теперь в зеленом, отлично, молодец. Отлично. Чтобы выделяться. Ура, просто, я понимаешь? Белый, ура, ребят, я белый. Давайте, чтобы не потерять Ваню. Костюм. Подожди. Давайте, чтобы не потерять Ваню, он будет в зеленом костюме, а мы какой-то определенный цвет возьмем. Плохо полетим. И там. Че полетим? Включить свет надо. Да потом включим. О, стой, свети, все, свети. По-моему, включился. Свет? Надо в терминале написать. Алло, Даня. Алло. Отойдем на секунду. Так, население заброшено, условия засуха. Ты не против, да? Противно, я не могу. Спасибо. Какая мразь это делает, блять. Ваня! Вань! Что? Нюхай мою задницу, пока я пупкаю. Ой, что он сказал, блядь? Что он сказал? Он пукнул. С-бомбу не берем уже на следующий стрим. С-бомбу не берем. Да, сплатит он все хапки. Блять. Как включить свет? О, подождите, тут подсветка какая-то. Где нет, вот слева, вот тут. Вы я нашел, но я проебал. Вы нашли, где включить свет? А пока еще нет, Ваня. Свет, блять! Все, мы походу в темноте будем сидеть. Ой. Бля, кто выключил? Просто скажи, кто выключил. Скажи, ты мужчина, скажи, я выключил. Кто выключил? Признавайтесь. Ну кто выключил, нахуй? Я выключил. Даня выключил. Чего? Даня выключил. Слышишь, нет, ты, Даня, нахуй. Даня, просто полетели, и там будет свет, и мы найдем, как включить свет, будет засвещать все. Полетели просто. У вас на кнопках должна быть такая штука, которая это может найти свет. Да, я полетели. Называется детектор. Детектор нажмите. Какой нахуй детектор? Счетчик Гейгера, блядь. Слышишь, он реально гений. На правую кнопку мыши можно, смотри.
А, нет, не показывает. Да не будет оно. Все, полетели просто, Дань, полетели, и там... Ну давай, давай, все, Ванечка, смотри, мы тебя будем защищать, будь аккуратен, потому что ты нам нужен. Угу, да, хорошо. Все, полетели, похуй, полетели. Это просто пиздец. Надо включить. О, вот и свет! Опа-на. О, отлично. О. Ваня, быстро прыгай, прыгай с корабля, Ваня, прыгай! Я не прыгаю. Мы его потеряли. Ой-ой-ой, бегу, бегу, бегу. У, блядь, Ваня, нормально. Давай за мной, Ванюк. Давай, иду, иду. Ну ты и дебил, бля. Вань, пойдем за нами, смотри. Это ужас, блядь. Это меня просто... не пощемил корабль. Да, было такое, Вань, не... это, иди на мой голос. Знаешь, если что, ты можешь быстро бежать. Там на какую-то клавишу надо зажимать. Вот ну на клавиатуре ты дебилоид, бля. Так, X, X, ага. Поднимаешь. Да, а чё не поднимается? А, все. Он прав. О, молодец. О, подожди, Вань. А чё за музыка играет? Ты слышишь? Я не знаю, чё за музыка. Я первый раз только, подожди. Давай попробуем. Посмотрим, где музыка? Может, это кто-то кому-то звонит? А, нет, смотри, Вань, тут какой-то грибок. Ага, иду с тобой. Это чё, блядь? А, всё, я нашел, где бежать. О, Вань, смотри! Да нормально. Это фонарик, да бери. Нормально сегодня, на заводе, блядь. А это чё там, за фонарик? Вы вдвоём с тобой пати запускаете? Это кто такие? Вот, Геннадий, а это кто? Я взял фонарик, что с ним это делать? Это кто такие, слышь? Ты его, ты можешь светить в пещерах в темных. Ну что, захуярим, Геннадий? Парень Розового, ты кто такой? В смысле? А кто вы такие? Андрюх, ты знаешь, кто это? Это кого спрашивают? Алло, Гена, ты кто, бля? Андрюх, ты знаешь, кто это? Давай их это, захуярим. Чего? Давай, я давай поставим. Пацаны, пивасик, пивасик! Алло, больной! Пивасик будет кто-то, пивасик! Нормальную тему делаем! Ебашик! Эй, бля, ты чё, охуел ты, хуй, что ты ебаный, блядь? Вань. А? Они... А чё с фонарём этим делать? А, его можно включать и светить. На какую кнопку? На кнопочку А, наверное, либо на X, попробуй понажимай. Ну что такое? Вань, пойдем пока вот они... О, смотри! Опа-на, все, я включил. Молодец. Смотри, вот они, дурачки, они убежали из-за пива. Пойдем мы с тобой играть. Ну, я надеюсь, они вернутся. Я тоже надеюсь на это, пойдем. Угу. Это просто пиздец. Я, ну я не знаю, это, ну... Что говоришь, Вань? Я говорю, наконец-то стало тихо. Да, да, это вообще жесть. Смотри, Вань, на каждой планете есть огромное здание. Вот это катакомбы. И в этих катакомбах мы заходим. Ой, и ищем. Я не могу предметы. Сосредоточиться на этих пикселях, боже мой. Плохо, да? Какая-то непроработанная игра. Да, есть такое. Вот, подходи и зажимай кнопочку, чтобы зайти. О, отлично. Молодец. Все, мы в катакомбах. Смотри, Вань, наша задача. Вот у тебя есть вот этот визор. Понял, синенький такой? Про который. Что еще? У тебя есть визор в шлеме. Ты вот у меня на правую кнопку мыши, короче, синенький. Он раздает такие волны. И этими волнами. Да, визор у меня включен, если что. Вот, отлично. И тебе нужно искать, в общем, предметы. Он будет подсвечивать их. Угу. Пойдем, я тебе покажу. А, о, да, это что за хуйня тут происходит? Мы с Генкой, блядь, запустились, что это такое? Кто вы такие? Вы кто такие, нахуй? Это наша пати, может, клянете нахуй отсюда? Что не сешь, слышишь, ты залупа, блядь. Вань. Давай, Гена, вали его, Гена! Гена, делай! Давай, ты что? Нахуй отсюда, Гена, давай! Я бегу, я бегу, я бегу. Я не знаю, куда я бегу, но куда-то нужно точно бежать. Вань, смотри, банка с огурцами тут, видишь? Пойдем. О, пацаны! Он украл банку огурцов! Верни, я Ване показываю! Смотри. О, привет, Ваня и девушка, мы тоже здесь, приходите! Суки! Отдай банку, козел ебаный! Отдай банку! Я нашел какой-то предмет, я нашел пылесос! Ваня, ты пылесос, блядь! А что это? Поменяй мне огурцы принес! Да,
Нам надо отнести его тело на корабль. Пойдем. Понесли, понесли. Я покажу вам дорогу. Давай за мной. Подожди. Даня, стой. Даня, сюда. Куда ты? Стой, куда ты пошел? Блядь, Саша! А это как что это? За хуйня? Санечка, мой хороший! А, я понял! Пацаны, скорее всего, его убил вот этот таракан-мутант! Какой таракан-мутант? Где? Вот этот вот, это паутина! Чё? Что за звук? Вот! Я умер! Мы все умерли! Что же делать, если мы все умерли? Я умер! У нас будет, типа, новая игра? Да, сейчас с вами будет новая игра. Мы, блядь, самая худшая команда. Ай, блядь. Мы просто я самая худшая. Я не знал, худшая. Что это бомба, я думал, это пылесос. Блядь, он думал, это пылесос. Санечка, пылесось меня! Если вы не включите свет, я клянусь, сейчас я начну доебашиться просто с любым. Да, я тоже. Из вас. Слышишь, давай выскочим один на один, нахуй. Давай выскочим. Включай свет, нахуй. Включай свет и подходи на меня. У меня слишком много. Где свет, блять, этот вонючий? Да. Меня заебал, кто выключил, блять, придурок. Свет на моем корабле, блять. На моем, кто у корабля яйца, придурок? Ты чё, кто в темноте варит яйца, Вань? Что происходит? Я сейчас украду у кого-то яички. Слышите, что это за звуки ебаные? Кто это делает? Ребята, а что делать? Ебать, я дрочу, пока никто не видит в темном кораблике. Алло, придурки, вас слышно? Блять. Как бляшек подставлять пищу, сейчас будет приколка. Опа, делай, делай. Это просто пиздец. Беляш, я кончил на костюм Ивана Зола. Вы что несете, придурки? Я в темноте вообще ничего не вижу. Давайте свет хотя бы включим. А где Коля? Коля где? Ребят, я пошел нахуй. Скажите мне, пожалуйста. Вань, нам нужно хотя бы включить свет в этом в корабле. Так чтобы найдите, видеть. Включите вот сканер. Вот мы ищем, мы не можем. А, сканер не подсвечивает выключатель. В смысле, сканеры подсвечивают синеньким цветом? Нет, он именно выключатель не подсвечивает. А где он должен еще? Быть? Он где-то, вот смотрите, вот этот пульт и слева вот тут вот где-то. Ой, какая тут темнота. Это вообще жесть. Кромешная темнота. Все черненькое. Так. Требуется предмет для батарейки. На батарейке, ага. А, кстати, Вань, ты взял фонарик, его нужно подзаряжать, если что. А у меня нет фонарика больше. А потому что мы погибли, но на будущее надо его будет подзаряжать в корабле, тут есть специальное устройство для этого. Не-не-не, фонарик он бесконечный. А, бесконечный, все хорошо. Да, он бесконечный. И пусть будет бесконечный. Да как, ладно, все, потом включим свет, поехали. Да, поехали. Идем, идем, делаем. Ладно, если мы сейчас проебем, то мы просто худшие твари в мире. Стойте, надо подсветить. Вот где-то здесь включается свет. Прыгаем, прыгаем, быстрее, прыгаем. Подожди. Прыгаем, прыгаем. Хватит свет прыгать. Это всегда работает, блядь. Я нашел! О, включили свет. А где он был? Я нашел. Вот он. А, умничка. Умничка, Беляш. Спасибо, спасибо. А поцелуешь мне пупу? Нет. Да, я с вами абсолютно согласен. А, Вань, смотри, наша задача сейчас найти огромное здание, вот оно впереди, и вход куда? Это катакомбы. И огромный пенис. Вот оно перед нами, видишь? Такое большое. Вижу. Вот, туда нам нужно зайти, там будут катакомбы, монстры, и нам нужно собирать предметы. И потом эти предметы приносить на корабль и улетать, продавать. Да, хорошо. Все, пойдем, Ваня. Ходи, ребята. Тут какие-то еще другие люди играют, да? Да, да, вот Беляш, например. Опа-на, я нашел предмет. А, нет, это листочек. О, проводок такой. Я сюда пока залезу, посмотрю, нет ли там предметов. Давай, Вань. Так, я, в принципе, тут ничего не вижу, тут пусто.
А только не спрыгивай, сразу же говорю, урон от падения есть, поэтому обратно по лестнице. Ага, да, хорошо. Так, отлично. Так, ну еще. Лестница. А, все, работает. Все, отлично. Отлично. Молодец, Ванек, пойдем. Смотри, где пойдем. Санечка и Николечка. Они убежали куда-то, походу. Ребята, вы где? Вань, пойдем за мной. Ага. Ванюш, еще shift нажимай. Он на геймпаде. А! Ванечка, пойдем. На поезд сесть можно? А нет, на поезд нельзя. А, жаль. Я хотел прокатиться на нем. А на мой пенис мой. Это я не вам. Вот, Вань, смотри. Будем в эту дверь, да? Да. Через 10 секунд только. Открываю. А что вы тут делаете?